Доброго ранку, шановні. Повертаємося до нашого бадьорого ранкового ефіру. І зараз, бачите, я перепрошую, я не можу її турбувати, бо вона трішки втомилася і відпочиває. Це Ліона. І сьогодні ми будемо говорити про благодійність і будемо говорити, відповідати на важливе питання, чи може людина стати найкращим другом для собаки, адже відомо в світі, що собаки вміють і можуть любити людей. У нас сьогодні у студії гостя, куратор притулку для тварин, Велике серце. Доброго ранку. Доброго ранку. Олена Вишкова. Доброго ранку. Дякую, доброго, що ти сьогодні ранку з нами. Слухай, ну я в захваті, і я знаю, що в тебе таких багато, да, підопічних. Скажи, як ти прийшла до того, що почала займатися благодійністю? Чому саме чотирилапі? Ну, как все, с детства. Домой тягала бездомных котиков и собачек, а потом уже во взрослом возрасте, когда была возможность начать заняться благотворительностью, начала ездить в приют волонтером, а потом это стало моей работой. Теперь я работаю в приюте для собак. И сколько наразі в тебе? Сейчас около 70 собак. Яка, наскільки велика у вас команда, аби впоратися, всім приділити увагу більше 70 собачкам? На самом деле у нас 6 сотрудников, но нам очень сильно помогают волонтеры. Волонтеры – это тоже часть нашей команды, люди, которые приезжают, помогают, занимаются социализацией, помогают совершенно разными способами, и это большая помощь для нас, волонтерская именно. А в чем сейчас наибольшая сложность в утримании притулку и в утримании песиков? Ну, собаки очень социальные животные, и им очень-очень нужно общение с людьми. А так как они находятся в приюте и в основном общаются только с сотрудниками, то это очень большая проблема. Поэтому мы вот приглашаем людей для общения, для социализации. Особенно если это щенки, то для них очень важно общаться с людьми. Вот это основная у нас проблема – отсутствие социализации. Слухай, у меня знакомая, когда приехала до притулку брать собаку, она сказала, что это миф, що вони зразу йдуть до тебе знайомитись, там вони, як правило, сором'язливі. Це правда? Да, да, это правда. Ну вот как раз из-за того, что животные бывают по много лет живут в приюте и не знают общения с людьми, с незнакомыми, поэтому есть такая проблема. Но это очень быстро проходит, они легко доверять начинают людям. Это небольшая проблема. А коли уже сім'я обрала собаку, забирають її додому, от там яка складність для соціалізації собаки? Собаки бояться, в принципі, большого города, бояться машин, бояться, вот они, мы находимся за городом, и у нас там, в принципі, така сельская жизнь, тихая, когда они попадают в город, все вот эти машины, новые звуки, все это новое, немножко собак пугает. Ну, опять же, терпение, любовь, все это легко поправить. И они становятся отличными городскими жителями квартирными. Присылают нам приют, приветы домашние, мы всегда очень радуемся. А чи багато людей дійсно проявляють бажання забрати от собачку з притулка? Ой, на самом деле, да, в последнее время это прям такая прекрасная тенденция, очень нас радует, потому что еще 5 лет назад собачки беспородные из приюта, их в основном брали там какие-то бабушки в села, то сейчас с удовольствием берут жители Киева, и даже бывает там едешь мимо на машине, видишь, там на остановке стоит наша подопечная, там бывшая жительница приюта, очень часто такое бывает. А чему в вашу руку так трапляется действительно за останній час? Це працює якась популяризація чи, може, усвідомленість людей, що дійсно треба піклуватися про тваринок, які от живуть в притулку? Да, я думаю, що просто люди осознали, що собака породиста, куплена за деньги, либо собачка безпородна, взята з приюту, це все одно друг, все одно для душі, тобто не так важливо, як вона виглядить. Поэтому, я думаю, поэтому і стали брати з приюту більше. Опять же, це спасіння для животного. Так, це дійсно порятунок, тому що дійсно, ну, треба піклуватися про таких красивих і таких вірних друзів. Да, це правда. Так, як зараз Ліоночка тут лежить, ну, друзі, я не буду турбувати, навіть не питайте. Ліона відпочиває, все нормально, у нас все за планом. Мене цікавить те, чи займалася ти питанням, чому собаки опиняються на вулиці, чому їх ось так з ними себе ведуть?
Ну, к сожалению, недостаточно осознанные люди, которые, опять же, это больше касается, наверное, пригородов, когда люди не стерилизуют своих животных, и они рожают, и потом они не успевают пристроить этих щенков, и ничего другого не придумывают, как просто выносят куда-то на улицу, там вдоль дорог оставляют, вот так вот и появляются бездомные животные. Скорее всего, это основная проблема. А от коли собака потрапляє до притулку з вулиці, їй складно там якось соціалізуватися? Да, особенно те, которые были домашними. Ну, у нас редко попадают животные, которые были в семьях. Чаще всего это если хозяин умер, и вот так вот сложилось, больше некуда деваться. Ну, конечно, да, они стрессуют. Ну, то есть, когда собака с дивана от любимого хозяина попала в вольер приютский, конечно, для нее это стресс. Но мы стараемся максимально уделять внимание, стараемся все это сгладить, побольше гулять, побольше общаться, и со временем привикають, тобто, в приюті. Перш за все, от, щоб у собаки була нормальна соціалізація, ну, там, якщо про притулок зараз, то їй потрібно просто приділяти увагу, з нею гуляти, і все. Да. Вона просто звикає до тебе і розуміє, що не одна. Да, да, общение с человеком, да, для собак это максимально важно. Коли приходять люди, які дійсно проявляють бажання взяти собачку додому і піклуватися про неї, чи от проводите ви, не знаю, якийсь відбір людей, які могли б, чи на що звертаєте увагу? Тому що дійсно, ну, різні ж люди бувають, і невідомо, чи потрапить собачка дійсно до хороших рук. Да, конечно, на самом деле это самый важный этап, наверное, самое сложное в работе нашего приюта, потому что, да, мы собеседуем будущих хозяев обязательно, у нас есть ряд вопросов, и плюс у нас есть договор, под который мы отдаем животное, договор ответственного содержания, там прописаны все пункты, которые бы мы хотели видеть у будущих хозяев, и мы отправляем на ознакомление после собеседования. Если человека все устраивает, если он понимает, что он может содержать это животное, справиться, то тогда мы отдаем. А как вы контролируете от саме дотримання цього договору пізніше, вже коли собачка отримала родину? Ну, у нас один из пунктов договора о том, что человек должен находиться на связи, то, что мы имеем право приехать, проверить, в каких условиях живет животное. Он всегда должен отвечать на наши звонки, на наши сообщения. В принципе, люди всегда в основном с удовольствием поддерживают с нами контакт, присылают фотографии, присылают видосики. Ну, тобто ви завжди в курсі, як ваші вихованці живуть і взагалі як до них ставляться. Це прекрасно. Є ще такий момент. Люди іноді беруть собаку в сім'ю, і все нормально, а через якийсь час вони повертають її в приют. Чому так відбувається? Да, во-первых, у нас тоже один из пунктов договора, то, что мы всегда в любое время принимаем своих подопечных назад. Это как бы, ну, чтобы у человека не было такого, там, кому-то отдать, передарить, выпустить на улицу, мы обязательно это оговариваем, что мы принимаем. В принципе, люди, наверное, насмотревшись каких-то видосов на Ютубе, думают, что собачка это только там вот, она ходит рядышком, она заглядывает в глаза, она максимально послушна. На самом Величезна відповідальність. Да, собачка – це дуже велика відповідальність, це режим, це довгі прогулки, слідити за здоров'ям і багато всяких нюансів. Ну, бувають, люди беруть і не справляються, да, дійсно. І нічого страшного в цьому немає, ми завжди приймаємо наших підопічних назад. І є у нас взагалі испытательний срок 2 тижні, тобто чоловік може, да, оцінити свої можливості. Слухай, просто для собаки це ж стрес, так? Якщо поїхати з притулку до сім'ї, потім знову повернутися в притулок. Да, для собаки це стрес, безусловно, но другого варіанту нет. Ми розуміємо, що люди, ну, бувають, не справляються, буває таке. Так, ну, є питання, яке хвилює особисто мене, усіх нас. Собаки можуть бути легко, можуть бути найкращим другом для людини. А от чи може людина стати найкращим другом для собаки? Я думаю, да. Що вона потрібна для цього? Чим вона потрібна? Що вона потрібна знати для цього? Вміти робити для собаки, щоб стати її найкращим другом?
Уделять максимально внимание. Собаки — это только то, что нужно, это внимание человека. Быть внимательным к здоровью, быть внимательным к состоянию, максимально много проводить времени с собакой, и человек тогда станет самым лучшим другом для собаки. Ну, мне здається, ми вже з Леоною знайшли один одного. Вже стали найкращими друзями. Так. Слухай, наразі наскільки проблематично в нинішніх реаліях утримувати притулок? Да, это очень затратно на самом деле, и много всяких нюансов, и много проблем. Это целая команда, и людей, единомышленников должно быть, и финансово это достаточно затратно, но оно того стоит. Приводу держави, чи допомагає якось держава в утриманні таких притулків, чи, можливо, є якісь програми допомоги? Есть программы, да, есть государственные притулки, но мы не государственные, мы частные, поэтому мы не получаем никакой помощи. Разве что программа бесплатной стерилизации государственная, которой мы пользуемся. Больше никакой помощи особо. Слушай, я знаю, что у вас есть певні дни социализации. Коли до вас притулок, можно приехать на выходные. Бавитися з ними там. Розкажи докладніше. На самом деле мы такой приют, который максимально френдли к посетителям и к волонтерам. Мы открыты каждый день для посещения, у нас нет определенных дней. Просто предварительно люди сообщают о том, что они хотят приехать, что они хотят посетить наш приют. Мы рассказываем, какие у нас правила посещения. А правила у нас не строгие, мы всех рады видеть. И все, люди приезжают, берут, выбирают собачку, с которой хотят погулять, и проводят с ней какое-то время. Одну, две, три, сколько есть времени, столько выгуливают. Класс, а это на территории все притулку, чи можно их, примером, забрати на якийсь час? Да, да, у нас территория приюта вообще очень маленькая, это 6 соток, там только хватает места для вольеров, поэтому у нас мы выгуливаем наших собачек, там у нас такие бескрайние поля, это у нас в деревне за городом, да. Да, мы даем собачку, можно с ней гулять час-два по полям, на природе. Вот. Класс. Вот это. А с приводу ветеринарів хотелось бы запитати, як часто користуєтеся послугами ветеринарів, тому що дійсно треба робити щеплення, треба робити якісь профілактичні огляди. Да, на самом деле наши приютские животные посещают ветеринаров чаще, чем домашние, потому что все-таки за домашними мы наблюдаем каждый день, ежечасно видим их состояние. А собаки, которые живут в приюте, им нужно больше внимания, и мы очень часто посещаем ветеринара максимально. То при малейшем отклонении каком-то в поведении или в здоровье мы сразу же несемся к ветеринару, это обязательно. Ну, я просто дивлюсь на неї, вона просто... Вона тут своя атмосфера. Просто прекрасно, дійсно своя атмосфера. Ви казали, що у вас дійсно багато, більше 70 вихованців. Як вони між собою ладять? Да, это целое искусство. У нас получается всего лишь 30 вольеров, потому что приют был рассчитан на 30 собак. Но так как у нас это проблема бездомных животных, так это очень безграничная. Получается, что у нас и по 2, и по 3 животных в вольере, а если это щенки, то и по 5, и по 10. И да, это мы учитываем индивидуальную особенность, характер каждого, как чтобы они друг с другом поселились, помирились, чтобы они там друг друга улучшали моральное состояние. И в основном мирятся, да. Мирятся, живут по двое в вольерах, скучают даже друг за другом. Кого-то забрали на прогулку, а кто-то второй сидит, скучает, ждет соседа. Класс, это уже такая величезна родина. Дійсно, перетворилась на родину. Класс. Ну, дійсно, це прекрасно, це прекрасно. Леоночка, яка... Дуже гарна дівчинка. Хороша. Ну, а якби і цілувалися, то що? Чому б і ні? Так. Друзі, хочеться, знаєте, зробити акцент на тому, що зараз Леоночка, як і більшість собак з притулку, вони шукають родину. Ось, давайте я вам зараз покажу Леоночку. Ось так. Вибач, я перепрошую. Дивіться. Опа. Ось це Леоночка, це дівчинка. І вона неймовірна. Вона ласкава, добра, хороша, а ще з нею тепло. Серйозно, вже жарко.
і вона шукає родину. Якщо ви зараз зацікавилися Ліоною, я вам з власного досвіду скажу, що вона ось така. Усі подробиці у наших соціальних мережах ви дізнаєтеся. І немає нічого простішого, щоб зробити наш світ краще, добріше і миліше. Друзі. Так, це я хотів про Ліону просто сказати. Вона дійсно дуже, дуже класна. Я думаю, нам теж би не завадив такий помічник у студії. Такий антистрес? Просто неймовірно було б. Так, Ліоночка, хочеш стати нашою співведучою? Було б зараз цікаво, якби гавкнула. Так, так. От. Хотілося ще запитати, ось... Все, не буду. А з приводу, давайте я запитаю, з приводу, розкажіть про маленьких, таких про найменших. Щіночків, так. Як вони виживають, загалом, якщо з'являються у притулку? Да, щенки в приюте – это самая большая проблема. Дети больше всего болеют, к ним нужно больше всего внимания. Мы максимально стараемся тоже уделять внимание. Опять же, социализация для щенков очень важна. Мы вот всем гостям вручаем щенков для того, чтобы они с ними общались, для того, чтобы они приучались к общению с людьми, чтобы в будущем... У щенков получается социализация, это до 3-месячного возраста. Если мы пропускаем, то потом во взрослом возрасте собачке будет тяжело взаимодействовать с людьми. Поэтому да, вот так вот есть такая проблема. Но опять же, спасибо нашим волонтерам и гостям, которые приезжают, помогают нам решать эту проблему. До речи, знаешь... Давай. Є момент. От, був локдаун, а взагалі пандемія, вона внесла корективи в принципі у все життя. От скажи мені, як це вплинуло на вашу роботу? Чи покращило це становище, чи, можливо, погіршило? Вот локдаун, который был весной, который был в теплое время года, у нас просто была масса волонтеров, потому что все было закрыто, людям было заниматься нечем, они приезжали к нам в приют, гуляли с собаками. Было такое. Ну, опять же, конечно, финансовое положение у людей немножко ухудшилось. И вот наши опекуны, которые помогали нам финансово и кормом, их стало немножко меньше. Ну, это временно. Абсолютно згоден. Але з іншого боку, під час пандемії, під час карантину, локдауну, у людей з'явилося більше часу, і вони дійсно могли б... наважитись на такий крок, взяти собі такого от друга і бути з ним. Да, было такое тоже, да. Какое-то время люди, видимо, которые давно планировали завести себе собаку, но у них просто не было свободного времени. И да, действительно, вот в какой-то момент на самом деле стало больше людей, которые взяли собаку из приюта, именно в момент локдауна. Тому дійсно, і ще й локдаун навіть покращив ситуацію із притулками. Слухай, а є в тебе випадки, коли от людина, ну, сім'я, наприклад, взяла собаку додому, і це прям, знаєш, найкращий випадок, от прям ще сильно запам'яталося? Да, у нас есть такая история про собаку, которую привязали в лесу и резали ей горло. Да, ну, такая громкая история, в принципе, многие помнят эту собачку. Вот. Он довольно большой пес, и из-за того, что с ним случилось, это большая травма для него была. Ему там зашили шею, его успели спасти, его женщина успела спасти. И вот мы для него искали семью, и это было очень сложно. То есть мы боялись за его психическое состояние, как он будет взаимодействовать с людьми, как это все пройдет. И на самом деле тоже его показывали по телевизору, и на волне вот этого... этой громкой истории было много людей, которые хотели взять, но именно из жалости, а не потому, что они хотели именно эту собаку. И вот в канун Нового года приехали парень с девушкой к нам в приют за щенком, и они выбрали вот этого вот Курта, и теперь он живет в квартире в Киеве на Подоле второй собакой, и он вот счастлив максимально. Мы каждый день смотрим их в сторис, хозяева выкладывают. Это, конечно, вообще какая-то сказочная история. На самом деле он прекрасно живет в квартире, прекрасно взаимодействует с людьми. И это вот наша максимально счастливая история, наверное, за последнее время. Класс. Ты рассказываешь, у меня аж мурашки по шкире. Это реально сюжет для фильма. Да, ну, да. Ну, реально. Я думала, хатико никто уже не переплюне, а тут в реальном житті трапляється така історія. І от ти розказала про дійсно таке знущання над тваринами. Чи траплялися на вашому шляху докхантери, які
їх зараз називають. Ну, дійсно, це зараз проблема, і неодноразово були такі гучні випадки, що вони зараз навіть судять одного з таких. Угу. Чи траплялися у вас? Ну, як ви з ними боролися? Ми просто знаходимося далеко від Києва, і у нас небольшое село, і місцевих жителів там буквально пару чоловік, ми всіх знаємо поіменно, тому у нас там, конкретно возле приюта, ми не зустрічаємо ніяких докхантерів. Ну, от такі історії, коли там іздіваються над животними, потім вони к нам попадають, от таке буває, так. Да. І навіть знущаються, буває таке, що дійсно господарі? Ми не знаємо конкретно цих історій, просто к нам по факту попадають собачки там до безглазика, там какие-то травмированные. То есть это понятно, что они пострадали от рук человека, но прям определенную историю мы не знаем. Вот ту собачку, которой горло перерезали, там просто женщина даже успела снять на видео, как его пытались убивать. Ого. А все остальные мы уже только просто можем догадываться, что случилось. Так, ну давайте на завершення одне ще важливе питання. Собаки з приюту, коли потрапляють до сім'ї, там, де є ще одна собака, як вони ладять між собою? Да, это тоже важный вопрос. И чаще всего сейчас хозяева, которые берут второй собачкой, они приезжают в приют знакомиться с будущим своим питомцем, со своей первой собачкой. И это тоже решающий момент, как они вот между собой поладят изначально. И это очень хороший, очень правильный опыт, чтобы потом не принести собачку домой, и ой, оказалось, они там друг друга не полюбили. Вот так знакомятся на территории приюта, приезжают несколько раз, смотрят, как собачки взаимодействуют, и тогда уже берут вторую собачку в семью. Класс. Давайте на завершение, можливо, какие у вас майбутні плани от самого вашего притулку? Можливо, хочете розширюватися, можливо, якось ще якимось чином покращувати життя улюбленців. Да, ми мечтаємо, конечно, розширитися, построїти, возможно, второй приют, в котором ми зможемо спасати гораздо більше собачок. І теж дуже хотілося б популяризувати цю тему волонтерства, щоб люди приїжджали в приюти, общались з собачками і брали собачок себе в сім'ю. Клас, у нас така мила бесіда вийшла. Леоночка навіть тут вже задрімала. І заснула, хороше. А, друзі, у нас у студії Олена Пишкова, вона куратор притулку для собак «Велике серце». І знаєте, хочеться просто нагадати, що робити добро, комусь зробити добро – це приємно і корисно, перш за все, для вас. У мене зараз Леоночка, і я ще раз нагадую, Леоночка шукає для себе люблячу сім'ю. Якщо це ви зараз, усі подробиці ви дізнаєтесь у нашій соціальній мережі. Друзі, дякую, що ви були з нами. Я впевнена, вам було корисно та цікаво переглянути це відео. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, аби завжди бути в курсі усього актуального та цікавого. Ну, а після того, як підписалися, не забудьте увімкнути дзвіночок, адже актуального та цікавого матеріалу на нашому YouTube-каналі буде, ну, занадто багато. We'll be right back.